Барнауле подводят итоги Кубка губернатора края по художественной гимнастике. Около 700 спортсменок в минувшие выходные разыграли между собой несколько комплектов медалей. На Алтай приехали сильнейшие представительницы одного из самых красивых видов спорта. География разнообразна, от Екатеринбурга до Владивостока, а также Казахстана, Узбекистана и Канады. Аномальные морозы, которые установились на территории Алтая, все же внесли коррективы в график визита гостей, некоторые отказались от поездки. Не испугалась холодов, пожалуй, главная почетная гостья турнира Алина Ермолова. В свои 17 девушка уже успела стать чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Правда, из-за серьезной травмы пришлось уйти из большого спорта и перейти в разряд тренеров. Я довольно долго была в этой сфере, спорт, и сначала не представляла своей жизни без него. Восстановилась после травмы и пришла уже пробовать себя в роли тренера. Мне очень нравится маленьких девочек тренировать, смотреть, как они с каждым днем становятся все лучше и лучше, и достигают потом на соревнованиях высшей ступени пьедестала. По итогам турнира самыми грациозными оказались спортсменки из Омска, Барнаула и Екатеринбурга. Подробности состязаний смотрите в нашем вечернем эфире.